Привет всем! Заехали в Тамань и зашли в магазин новый, который открылся, оптовый. Адрес магазина я оставлю в описании к этому видео. Начнем с отдела молочки. Молоко. Ну, тут вот так вот цены показаны. Какой, насколько выходит, тоже российский. Давайте Ламбер посмотрим. Голландский. Гауда. Ну, такой. Такой посмотрим. Ну, здесь еще такие цены. Теперь посмотрим цены на мясную продукцию. Этот магазин будет удобен тем, кто едет в Тамань на своей машине. Либо можно закупиться перед поездкой в Крым. Те, кто отдыхает без своего автомобиля, будет тяжеловато до сюда добраться. Не совсем удобно, потому что нужно искать справа это все. Посмотрим еще цены на кофе. Сейчас еще вот взяли себе вот такое вот кофе. И взяли Nescafe Classic. Вот этот вот. Есть пачки побольше. Но это оптовый магазин, поэтому здесь цены должны быть ниже. Такое кофе. Чай давайте посмотрим. Все, конечно же, не удастся мне вам показать, потому что, сами понимаете, ассортимент большой в магазине. Если я что-то не показала, то думаю, вам стоит самим прийти сюда и уже посмотреть, закупиться. Ну, сгущенку можно показать. А вот, да, даже большие такие упаковки. Также здесь можно накупить всего к чаю. Написана цена на коробках. Всякое такое пирожное. Всякое, в общем, всего много. Да, я вижу. Разных хлебушек. И, наверное, на крупы цены покажу, это для местных уже. Родители говорят, что цены здесь хорошие. Ну, кстати, да, нормально. Ирина, кукурузу надо нам дать? Мы сейчас такое ничего не делаем. Салат лучше, а сюда стыдно. Ну, можно один точку. Подожди, иди. Иди. Ну,
Ну и цена на воду. Ну и сок. Здесь даже есть хозяйственный отдел, так что тоже можно что-то себе посмотреть. От комаров, да, например, всякие спирали. В общем, еще взяли с собой для путешествия в Крым кашу и тушенку. Так, на будущее, потому что скоро уже поедем. Вот. И так, для дома продукты всякие. Вот такой вот магазинчик, продукты оптом, розница. А улица у нас переулок Мира, 18, и улица Гвардейская, 70. На пересечении получается. С 7 до 10 работает магазин.